Моя прелесть! Моя прелесть! Нет, это моя прелесть! Этот кубок действует на них, как кольцо в фильме. Тот, кто им обладает, теряет разум и превращается в высокомерное хамло. Что-то типа золотого граммофона. Надо вернуть ему и нам его! Надо давать его Дмитрию Колчину! Да подождите! Может, отдадим кубок Рубену Грантовичу? Давай. Походу, проклятие не работает на армян. Зашибись, хоть кто-то на армян не работает. Вот это да! Кто это? А, это Алексей Шальнов, резидент комедий-клаба. А, это он на армян работает, а?